Всем привет! Сегодня я представляю вам Mercedes-Benz CLS 2007 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 1 миллион рублей. Выражаю благодарность автосалону CarLine за предоставление данного автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Закрыть, открыть. Открытие багажника дистанционное. Давайте начнем. Цвет черный металлик. Этот автомобиль оборудован системой доступа без ключа. На данный момент он открыт. Чтобы его закрыть, один раз нажимаете на эту кнопку. И автомобиль будет закрыт. И чтобы открыть, здесь сенсор. Все очень просто. И, кстати, стекла опускаются и поднимаются, когда вы открываете и закрываете двери, как видите. Без рамок стекла. Черный кожаный салон, перфорированная кожа с подогревом вентиляции. Четырехспицевый кожаный мультируль и деревянные вставки. Вставляете ключ вот в этот слот и поворачиваете. Еще есть другой способ, чтобы завести двигатель. Нажимаете вот эту кнопку один раз. И также, чтобы заглушить. Этот автомобиль имеет пробег 133 087 километров. В этом автомобиле установлен гидроусилитель руля, очень легкий руль, гудок. Рулевая колонка имеет электропривод и регулируется как по высоте, так и по вылету. Удобное положение вы сразу для себя подберете. Здесь установлен датчик света и датчик дождя. Сейчас давайте включим фары. Здесь установлены парковочные огни. В зависимости от того, справа или слева вы стоите, включайте их. Включим противотуманные фары и противотуманный фонарь. Также, как обычно, дальность от фар. Теперь я предлагаю детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Металлические ручки. Все четыре стекла здесь полностью автоматические. Чтобы открыть капот, рычаг находится вот здесь. Он окрашен в красный цвет. Хромированная окантовка дверных рамок. В этой комплектации нет люка. Хромированные ручки.
двойные выхлопные патрубки. Задние датчики парковки. Огромные фонари. Хромированная накладка на крышке багажника. Подсветка номерных знаков. Камера заднего вида. Проушина для буксировки. У этого автомобиля очень красивые плавные линии, стремительный дизайн. Диски из легкого сплава, АМГ. Шины здесь разноширокие, 19 дюймов. Сзади размерность 285/30. И спереди размерность 25 на 35. В этом автомобиле установлена пневмоподвеска. Диодные указатели поворотов, встроенные в наружные зеркала заднего вида.
здесь установлена линзованная оптика, биксеноновые фары. Омыватели фар, передние датчики парковки. Хромированная окантовка радиаторной решетки, огромная эмблема Mercedes-Benz. Что касается технической составляющей, то здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель, V-образная шестерка, 24-клапанный, система питания двигателя распределена впрыск топлива, соответствие экологическим требованиям Евро-4. Расположение двигателя переднее продольное. Самые доступные двигатели из гражданских версий это 3 литра, 231 лошадиная сила, самый мощный из гражданских версий это 5 литров, 306 лошадиных сил, доступен дизель, 224 лошадиные силы. И теперь боевые варианты, это CLS 5.5 AMG, 476 лошадиных сил, 5-ступенчатый автомат устанавливали на этот автомобиль. И самый мощный вариант это CLS 63 AMG, там 514 лошадок, и на этот автомобиль устанавливали 7-ступенчатый автомат. Здесь установлен двигатель 3.5, 272 лошадиные силы, крутящий момент 350 Нм. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 250 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 6,7. Расход топлива в городском цикле это 13,4 на 100 км, в загородном цикле 7,5. Объем топливного бака составляет 80 литров. Привод задний, наружный просвет 120 мм, тип передней подвески пневматическая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, тип задней подвески также пневматическая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Передние тормоза дисковые вентилируемые 330 мм, задние тормоза дисковые вентилируемые 300 мм. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1665 кг, полная масса 2200 кг. Объем багажного отделения составляет 505 литров. Длина данного автомобиля составляет 4913 мм, ширина 1873 мм, высота 1403 мм и колесная база 2854 мм. Сборка данной модели осуществлялась в Германии, Зиндельфинген и в Мексике. Основные конкуренты этого автомобиля это Cadillac CTS, Jaguar XF, Audi A7 Sportback, Lexus GS, Infiniti M, Acura RL, BMW 6 серии Grand Coupe, Maserati Quattroporte, Porsche Panamera и Aston Martin Rapid.
теперь, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Массивные двери. Регулируемые зеркала с подогревом. Притом они огромные. Сезоны хорошо просматриваются. Электропривод складывания. Незаменимая вещь. Особенно на тесных парковках, чтобы вас не зацепили. Три позиции памяти. На водительское сиденье. На зеркала, на рулевую колонку. Практически все регуляторы в хромированной окантовке. Как видите, электропривод сидений. Это продольные регулировки. По высоте спинка сидения. У сидений очень удобный профиль, выраженная боковая поддержка. Электрорегулируемые подголовники, как видите. Блокировка задних стекол, чтобы дети не играли. Электростеклоподъемники. Как я уже говорил, они все автоматические. Задние стекла. Они опускаются до конца. Мягкий кожаный подлокотник и панели дверей обтянуты кожей. Вставки металлические. Вещевой отсек. Открывание крышки багажника. Сервопривод. Аудиосистема премиум класса. Хард-кард. Звучит потрясающе. Алюминиевые накладки на порогу с надписью Mercedes-Benz. Предупреждение. У сидений очень удобный профиль, выраженная боковая поддержка и перфорированная кожа. Кстати, очень качественная кожа. Здесь небольшой вещевой отсек для водителя. Он обит бархатом, как видите. И, соответственно, здесь массаж. Подсветка педального узла. Активация омывателей фар. Ножной стяночный тормоз. Чтобы его активировать, необходимо нажать на эту педальку. Чтобы его снять, необходимо потянуть за этот рычаг. Все очень просто. Еще раз электропривод. Рулевые колонки. Сейчас самое интересное, как звучит двигатель.
великолепно звучит. На холостых оборотах его едва слышно. Очень приятный звук. Спидометр, тахометр. Здесь традиционно для Mercedes-Benz часы. Управление круиз-контролем. Активация. И непосредственно здесь вы задаете скорость. Управление светом и поворотниками, а также управление стеклоочистителями. Традиционно для Mercedes. Вот этот переключатель. И справа у нас здесь пусто, как видите. Здесь управление бортовым компьютером, основные предустановки. Здесь установлен датчик давления в шинах. Температура за бортом отображается. Одометр. Видите? Телефон, включение, отключение. Здесь вся необходимая информация, средний расход, сообщение, аудиоинформация. Главное меню и перемещение по подменю. Управление аудиосистемой. Здесь, соответственно, звук прибавить и убавить. И кнопка принятия и отмены вызова для телефона. И посредством Bluetooth-связи вы можете соединить телефон и принимать звонки, а также звонить. Как видите, все колодцы приборов имеют хромированную окантовку. Очень все богато смотрится. Вставки деревянные. Здесь регулирование яркости подсветки приборов. Хромированная окантовка воздуховодов. Все очень-очень шикарно смотрится. Здесь датчики парковки установлены, как передние, так и задние. Задние датчики парковки. Деревянные вставки. Здесь установлен 4-зонный автоматический климат-контроль. Автоматический режим для водителя, для пассажира. Различные зоны. Здесь передний и задний обогрев стекол, кондиционер, регулировка температуры, рециркуляция, регулировка потока воздуха, небольшой LCD-дисплей, отключение, различные зоны, кнопка REST, это остаточное тепло. Например, если вы зимой где-то остановились, нажимаете на эту кнопку, и из воздуховодов некоторое время будет идти теплый воздух непосредственно от двигателя, и тем самым салон будет теплым. Здесь, соответственно, температура. Все это очень легко использовать. По тактильным ощущениям все кнопки, все рычажки, они сделаны с уверенным усилием. Очень приятно на ощупь все это. Довольно легко использовать, как видите. Центральная консоль, она обтянута кожей. Мультимедийная система команд. Включение, отключение. О, я вижу великое будущее. У Audi это MMI и, соответственно, у BMW это iDrive. Для загрузки диска здесь. Аудио. Здесь, соответственно, различные настройки. И, кстати, у немцев почему-то нет... В основном они не любят экран тачскрин. Вообще, по определению, не любят. И поэтому у них нет, так скажем, сенсорных кнопок. Видите? ТВ и камера заднего вида. AUX1 – это телевизор. Видите? И AUX2 – это камера заднего вида. Кстати, она еще с направляющими линиями, но они, к сожалению, статичные. Эта система поддерживает DVD, радио, MP3, навигация. Сейчас она недоступна. И здесь управление непосредственно телефоном, адресная книга. Здесь, я думаю, все понятно. Это фамилия. Вы вводите фамилию, имя, кнопка назад.
система – это, соответственно, настройка времени, настройка даты, настройка языка, подтверждение сигналов. Здесь, соответственно, клавиатура для набора. И вы можете использовать в качестве станции, когда вы ищете станции, либо переключаете станции. Для навигации 4 стрелки, кнопка ОК. Отключение звука. И продублированные кнопки управления телефоном. Мультимедийную систему команд очень легко использовать. Она не потребует привыкания. Здесь установлен как подогрев, так и вентиляция сидений для пассажира и для водителя. Три ступеньки: высокое, среднее, низкое отключение и подогрев. Высокое, среднее, низкое отключение. Здесь то же самое. Управление солнцезащитной шторкой задней. Электропривод. Складывание подголовников. Один раз нажимаете на эту кнопку. Центральный замок. Отключение системы динамической стабилизации, ESP. Пепельница и прикуриватель. Ручное переключение. Плюс и минус. Соответственно, плюс — это передача выше, и минус — это передача ниже. Сам селектор в кожаной оплетке. Два режима. Подключение датчиков парковки задних. Если, допустим, вы что-то буксируете. Управление пневмоподвеской. Airmatic, режим Sport 1, Sport 2 и режим Comfort. Соответственно, управление пневмоподвеской. Здесь подстаканник. Вот так элегантно он выезжает, выдвигается. Здесь вещевой отсек, он также обит бархатом. Подготовка под телефон. Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением. Макияжные зеркала, здесь они с подсветкой. Держатель для карт. И поручни, они утоплены в крышу. Подсветка салона. Еще, кстати, вот здесь подсветка диодная. Здесь кнопки, чтобы отключить сигнализацию, если автомобиль буксирует. Микрофоны для hands-free. И здесь все то же самое. Кстати, насколько я помню, здесь должен быть CD-ченджер на 6 дисков. Мне лично этот автомобиль очень понравился. Очень красивый экстерьер и интерьер. Обзорность назад. В принципе, я считаю, для такого автомобиля неплохая. Есть камеры заднего вида и датчики парковки. Посадка очень низкая, если честно. Соответственно, мерседесовское управление
очень выверенная, точная. Практически ты чувствуешь автомобиль чуть ли не позвоночником, если честно сказать. По тактильным ощущениям здесь все на очень-очень высоком уровне. Качество отделочных материалов, качество сборки, подгонки деталей, это все на премиум уровне. Здесь все обтянуто торпеда, центральная консоль обтянута мягкой кожей. Черная строчка, как видите, везде, практически везде вы можете увидеть хром, вставки под хром. Это все очень богато, шикарно смотрится. Что мне понравилось по подвеске, она в меру мягкой, в меру жесткой. Здесь пневмоподвеска, вот, наверное, золотая середина для Mercedes-Benz. Что могу теперь сказать по шумоизоляции? Никакие посторонние шумы вам не докучают в этом автомобиле. Практически, когда вы закрываете дверь, мир перестает существовать вообще. Здесь нет никаких аэродинамических шумов, даже на высокой скорости шума от шин не слышно также. Ребят, честно вам скажу, сразу же вспомнил свою цешку. У меня был Mercedes-Benz C-класса 94 года выпуска, C280, флагман с движком 2.8, 193 лошадки, М104 движок, 4-ступенчатый автомат там был. Да, действительно, все-таки понимаешь, за что так очень сильно любят Mercedes-Benz, особенно CLS. Этот автомобиль просто нравится, и точка. Я так думаю, ну, по крайней мере, мои догадки. На тот момент, когда появился Mercedes-Benz CLS, армия фанатов просто увеличилась в разы, я думаю. Многие влюбились в этот автомобиль. И по сей день, я считаю, кто-то еще боготворит этот автомобиль в плане экстерьера, интерьера, смотрит, и просто невозможно насмотреться. В такой степени дизайнеры здесь все продумали, просто дух захватывает. И, безусловно, пользуясь случаем, хотел бы похвалить немецких инженеров за их педантичность, за их такое отношение к автомобилям. Здесь все выполнено с душой. Очень сложно к чему-то придраться. Здесь действительно все на очень-очень высоком уровне. Я считаю, что это действительно потрясающий автомобиль от Mercedes-Benz. И, как я уже говорил, вы можете присматривать себе Mercedes SLS 63 AMG, если вам не хватает драйва. Там действительно это просто игрушка для генератора адреналина и игрушка для генератора острых-острых впечатлений и эмоций. Да, еще на 2007 год здесь Mercedes-Benz, соответственно, здесь предлагалось такое количество опций, которые другим автомобилям просто-напросто не были доступны на тот момент, а у Mercedes-Benz они уже были. Так что да, это еще один флагман среди премиум-класса. Автомобиль действительно замечательный во всех отношениях. Мне лично очень понравился. В этом автомобиле присутствует, безусловно, домашний уют. Но единственный минус, как видите, вот эта вот перегородка. Второй ряд сидений рассчитан только на двоих. И если уж до конца быть честным, второй ряд сидений тесноват. Я думаю, наверное, в этот автомобиль вдвоем будут садиться и кидать вещи назад. Такой огромный багажник. Что-то наподобие того. Потому что в любом случае никто на Mercedes-Benz CLS на дачу картошку возить не будет. Поэтому так, я думаю, это все продумали. Вот еще один момент, который я заметил. В этом автомобиле царит просто спокойствие. И даже если вы сильно раздражены, когда вы садитесь в этот салон, вы потихоньку успокаиваетесь. Потому что действительно здесь расслабляющая атмосфера.
по вниманию, по отношению к этому автомобилю, когда вы проезжаете, все непроизвольно просто начинают оборачиваться и смотреть на этот автомобиль. Да, он действительно притягивает взгляды, он действительно какой-то особый такой автомобиль, на который буду смотреть каждый раз. По подушкам безопасности здесь их 8, включая боковые и фронтальные. Кстати, вот еще один интересный момент, возможно, он кому-то будет полезным. Когда вы вставляете ключ, многие думают, что нужно вставить и, соответственно, повернуть и удерживать. Но в этом нет необходимости. Все происходит вот так, как видите. Да, вот еще забыл я вам показать. Индикация о выключенной подушке безопасности для пассажира. Вот здесь она находится. И, соответственно, здесь сидит ченджер на 6 дисков. АМФМ, здесь поиск, соответственно, настройки, региональные, РДС и так далее. Низкие и высокие частоты, настройка, баланс, звучание, Logic 7. В общем, все очень легко использовать. Я думаю, по звучанию Harman Kardon можно сравнить с Mark Levinson и аудиосистемой Bose. Как видите, двигатель практически не слышно. Сейчас давайте заглушим двигатель. Возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. Детский замок, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Металлические вставки. Все обтянуто мягкой кожей. Пепельница. И подогрев сидений. Он имеет 3 ступеньки для второго ряда. Электростеклоподъемник. Динамики аудиосистемы. Вещевой отсек. Он обит тканью. Подсветка дверей. Алюминиевые накладки на порогах. На второй ряд сидений, в принципе, не очень удобно забираться. И вот здесь очень низкая линия крыши, как видите. Это же купе, как считает Mercedes. Что могу сказать по посадке? Посадка не очень удобная. При моем росте в 188 сантиметров я сел сам за собой, как видите. Места в ногах еще, в принципе, достаточно. Здесь еще есть выемки для рослых пассажиров. Над головой места не осталось вообще. Вешалка. Здесь у нас подсветка. И вот здесь перегородка, как видите. Дефлектор вентиляции для задних пассажиров. Здесь климат-контроль, управление климат-контролем. Вещевой отсек. Розетка на 12 вольт. Обкидной центральный подлокотник.
И здесь два подстаканника. Обзорность назад, в принципе, я считаю, что неплохая, как видите. Очень даже неплохо. Есть еще камера заднего вида. Здесь обдувы. Завораживающий интерьер Mercedes-Benz. Вот теперь давайте посмотрим, насколько вместительно багажное отделение этого автомобиля. Сервопривод багажника. Кстати, на удивление, багажник очень вместительный. Здесь у нас запаска, она должна быть в виде докатки. Вот так это все можно прицепить, чтобы не держать. Здесь удобная ручка. Подсветка. И чтобы закрыть багажник, один раз нажимаете на эту кнопку. Лючок бензобака, держатель для крышки, рекомендации по давлению в шинах. Здесь также три позиции памяти и электропривод. Вот здесь находится аптечка. И массаж сидений. Вещевая сетка.
дополнительно вы можете закрыть на ключ бардачок. Он довольно вместительный, с подсветкой, обит тканью. Я считаю, что это потрясающий автомобиль от Mercedes-Benz. Очень харизматичный, с красивым как экстерьером, так и интерьером. Он определенно будет притягивать взгляды. Потрясающий автомобиль от Mercedes-Benz. На этом обзор Mercedes-Benz CLS 2007 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Берегите себя. Всем хорошего настроения. И до встречи в следующий раз.